Ксения ждала мужа с работы, чтобы обсудить предстоящие выходные. Алло. Да, Макс. Ну, я думаю, мы будем. Ксения Суворова, 34 года, менеджер по рекламе, замужем. Да. Давно хотела твою выставку посмотреть. Ну, пока. Так. Это на какую-то выставку ты собралась? Признавайся. Без тебя никуда не собралась. Макс устраивает грандиозную тусовку по поводу открытия выставки. Мы приглашены. Ну что ж, давай сходим. Игорь Суворов, 37 лет, главный архитектор в строительной фирме, муж Ксении. А когда? В субботу, послезавтра. Ну ты что, забыла? Мы же к Бакшеевым едем. Как опять? А можем мы хоть раз провести выходные без твоего начальника и его жены? Я не понимаю, в чем дело? По-моему, они нормальные ребята. Что тебя так раздражает? А то, что кроме как с ней мы больше ни с кем не общаемся. Ксения, я Бакшееву очень многим обязан. Короче, в субботу мы у них, все. Можно подумать, он платит деньги тебе просто так. Ты же отрабатываешь каждую копейку. И вообще, ты же не в рабстве, в конце концов. Какое рабство? Фильтруй базар. О, общение с начальством не проходит для тебя даром. Ты становишься таким же хамом, как и он. Ну, конечно, конечно. Куда нам до вас, эстетов? Короче, я провожу выходные со своими друзьями, а ты поступай, как хочешь. Ксю! А ужин, котлеты, Ксюха! Я больше не могу выносить этих новых друзей мужа. Чем же они вас так раздражают? Эти пошлые шутки, бахвальство. Я каждый раз с ужасом жду выходных. И каждый раз ваши ожидания оправдываются? К сожалению, да. Так, у всех нули-то? Ага. Быстро взяли стаканы? За наших любимых... Баб. Дмитрий Бакшеев, 47 лет, владелец строительной фирмы, женат. Правильно. За что еще пьют настоящие мужики? За вас, девчонки. Слушай, Игорь, классная у тебя баба. Других не держим. А? Да у меня Ленка ничего. А? Еще бы. Но... Такого мужика, как Димон, должна быть жена ему подстать. Елена Бакшеева, 33 года, домохозяйка, жена Бакшеева. Ой, что-то горит. Так, ну давай еще с очков. Так, ну. Игорь в присутствии Бакшеева становится совершенно другим человеком. Тонкий, интеллигентный, а тут хохочет над пошлыми шутками, а Елена, с ней вообще не о чем разговаривать. А ваш муж знает о вашем отношении к этим друзьям семьи? Да, я просила его ездить туда одному, но он считает, что так будет неправильно, что мы должны общаться с семьями, и одному ему будет неловко. То есть ради того, чтобы вашему мужу было удобно, вы должны постоянно жертвовать собственным комфортом. А может быть, вас это уж не так и раздражает? Как там шашлычок? Ксения все-таки поехала с мужем к его начальнику на все выходные. Но взяла с Игоря обещание, что в следующий раз супруги проведут свободное время так, как захочет она. Мальчикам коньячку, девочка винца. Я, пожалуй, тоже коньячку. О, вот это правильно. Только чуть-чуть. Что-то. Чуть-чуть как выпекивать. Ну не выпендривайся. Шашлычок. О, так. Так. Под шашлычок. Ну-ка, взяли быстренько. Взяли. Под шашлычок. Оп. Поехали. Ну вот, а теперь сюрприз. Скоро мы с вами станем соседями. А вот этот вот красавец согласился купить коттедж напротив. Это правда? Да чистейший. Ну, Каждый день по партиечке в бильярд или в картишке. Все вместе, да? Просто супер. Ну, давай, помаленькая. Ксюш, ты куда? А что? Неужели тебя это интересует? Правильно. Да, правильно, вот так с бабами надо каждый шаг контролировать. Да расслабься, все нормально. Куда твоя красавица денется? Давай. Я сейчас. Ксения была шокирована сюрпризом мужа. У них пока не было денег даже на ремонт собственной квартиры. Она понимала, что Бакшеев втягивает мужа в долговую кабалу. Я уезжаю. Ты что, с цепи сорвалась? Что происходит? Объясни. Как ты мог единолично принять такое решение? Купить коттедж? Ты даже со мной не посоветовался. Ну и что? Я хотел сделать сюрприз. Господи, да дом с отделкой. Хоть завтра въезжай и живи. Сколько лет будем отдавать долг твоему шефу? Слушай, я не понимаю, что происходит. Я делаю, стараюсь. Все для нас. А ты вечно недовольна. Ксения, ну, люди меняются. Это нормально. Раньше я не хотел жить за городом, а теперь… А теперь захотел? Или этого захотел твой босс? Конечно. Игорь, подай. Игорь, принеси. Игорь, налей. А ты и рад присмыкаться. Игорь, ну где ты-то? О, барин соскучился. Давай, поспеши. Ксения, я тебя прошу, давай не будем сейчас выяснять здесь наши отношения. Домой приедем, там поговорим. Ну что вы застряли? Или вы тут чем-то интересным собрались заняться? Да нет, мы уже идем. Там заказчик звонил, у него какие-то проблемы, надо съездить, разрулить. Бери мою машину, водителя и дуй. Хорошо. А мы еще с Ксюшей, с Леночкой посидим. Да, Ксюша? Пошли, Леночка ждет. Пойдем. А где Лена? Да, голова заболела, пошла вздремнуть. Присаживайся. Тебе что, со мной плохо, что ли? Давай по коньячку. Давай. Нет, спасибо, я не могу. Надо, ты бледная такая. Давай. Ну, что ты от меня шарахаешься? Я ж вроде совсем ничего еще. Ни одна баба не жаловалась. И тебе, уверен, понравится. Ну, давай, бери. Я, пожалуй, тоже пойду прилягу, а то у меня голова разболелась. Ну, пойдем вместе приляжем. Какой же ты все-таки подлец. Да ну погоди, ну, я пошутил. Садись, пошутил. Ага, сидим. О, ты еще не уехал? Нет, еще документов нет. Все, теперь поехал. Так, Игорь, давай, на пассажок. Игорь, подожди, я с тобой. На пассажок. Оттуда домой вместе. Хорошо, поехали. О. Ну, давай. Дома Ксения решила открыть мужу глаза на его друга и начальника. Ксюш, я думаю, что на следующей неделе можно уже потихоньку переезжать. Но эту квартиру будем сдавать или продадим. В счет погашения долга. Я не хочу переезжать. И квартиру продавать я не хочу. Понятно. Я не хочу. Я. Вот ты только о себе думаешь. А ты думаешь только о том, чтобы твоему Бакшееву было хорошо. Да мы на него молиться должны. Ты вспомни, как я носился со своими проектами. Меня все посылали куда подальше. Я сидел без работы, без денег. Я тебя хоть раз упрекнула в этом? Нет, конечно, нет. Ты была образцовой женой, ты сама зарабатывала, сама по дому управлялась, терпела. А что при этом чувствовал я? Ты хоть раз подумала об этом? Бакшеев дал мне работу, хороший заработок. Ну, а тебе, конечно, нравилось, что я от тебя завишу. Понятно. А сейчас ты целиком и полностью зависишь от Бакшеева. Сначала он прибрал к рукам тебя, а сейчас собирается меня. Что за глупости ты говоришь? Твой друг сегодня открытым текстом предложил мне с ним переспать. Ксюха, я уверяю тебя, он просто пошутил. Да у него никаких проблем с бабами. Он только пальцем помани, они сами сбегаются. Так он при тебе уже руки распускает. А ты джинсы поуже одень. Он нормальный мужик, должен как-то реагировать. Что значит руки распускает? Подумаешь, приобнял за плечи. Ты становишься таким же пошлым, как и он. А каким я должен быть? Как твои приятели Феллини, Антониони, какая глубина! Бакшеев – обыкновенный мужик. Он с нуля бизнес поднял и деньги зарабатывает. И ребенок у него за границей учится. Мы, кроме как о Бакшееве, в последнее время вообще не разговариваем. Ты заметил? Значит так, Ксюх, ты не хочешь уезжать. Оставайся, живи здесь. А я на следующей неделе переезжаю в коттедж. Все. Ксения была недовольна дружбой мужа Игоря с семьей начальника. В присутствии Бакшеева Игорь становился таким же грубым и пошлым, как и он. Ксению возмущали навязчивые ухаживания начальника, а муж, казалось, ничего не замечал. Новость о том, что Бакшеев уговорил Игоря купить коттедж рядом с ним, шокировала Ксению. У них не было денег даже на ремонт собственной квартиры. Она поняла, что Бакшеев втягивает мужа в долговую кабалу. Игорь сказал Ксении, что все равно переедет в коттедж с ней или без нее. Муж фактически поставил меня перед выбором. Либо я во всем соглашаюсь с Бакшеевым, либо мы расходимся. Не думала, что мне когда-нибудь придется делать подобный выбор. И что вы собираетесь выбрать? Я не знаю. Я не понимаю, почему он так присмыкается перед этим Бакшеевым. Может быть, ваш муж вполне искренне на самом деле относится к своему боссу. Он ему благодарен за интересную работу, за достаток в семье. Отчасти вы правы, он действительно боится лишиться нынешнего положения. Вашего мужа можно понять. Для любого мужчины эти вещи крайне важны. А вам разве не хочется, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина, кормилец семьи? Да в том-то и дело, что я вижу перед собой слабого и испуганного подхалима, готового ради собственного благополучия положить к шефу в постель собственную жену. Это он, который готов был убить каждого, кто ко мне приблизится. Возможно, ваш муж, зная ваше отношение к боссу, просто не воспринял всерьез ваши слова. Решил, что вы хотите его рассорить с приятелем. В любом случае, если вы хотите сохранить брак, вашего мужа воспринимать нужно таким, какой он есть. Ксения отказалась переезжать с мужем за город. Алло? Да, Макс? Что-то срочное? А, деловой разговор. Приезжай, конечно. Привет. Что стоим? Пройти-то можно? Зачем пришел? Что-то с Игорем? Да что стоим? С Игорем случится. Мы же с тобой в прошлый раз не договорили. Ты теперь женщина свободная. Небось, позговорчивее будешь. Слушай, как ты меня заводишь. Да погоди, да на... Пошел вон! Ксюша, привет. Привет. Как дела? Максим Головин, 38 лет, владелец архитектурного бюро, друг юности Ксении, не женат. Здравствуйте. Понятно. Псих? Что за встречу? Сколько мы с тобой не виделись? Год точно. А где Игорь? Да, и, кстати, что это за странный мужчина приходил? Ну, про мужчину, пожалуй, потом. Не хочу себе портить настроение. Ну, а Игорек-то где? А Игорь дома, наверное. Не понял, как это дома? У себя. Мы разводимся. Почему? У тебя кто-то появился? Скорее, он изменил мне со своим боссом. Давай не будем об этом. Да. ведь я когда-то был в тебя влюблен. Признавайся, ты ведь знал об этом? Догадывалась. Но потом у тебя появилась высоченная брюнетка. Кстати, как у тебя дела? Жениться не надумал? Скоро. Ну, давай перейдем к делу. Я тут затеваю один любопытный проект, и мне срочно нужен хороший рекламщик. Будешь со мной работать? Ну, разве я могла когда-нибудь тебе отказать? Ну, когда-нибудь могла, а сейчас я рад, что ты соглашаешься. Давай обмоем это. С удовольствием. О, какая идиллия! Игорек, привет! Ну, надо же, привела своего старого обожателя. Здорово. Слушайте, хорошо сидите, а? Молодцы! Винище пьем! Молодцы! Игорь, я не понимаю, в чем дело. Не понимаешь? Мы, кажется, разводимся. Или ты забыл? Вообще, я свободная женщина. С кем хочу, с тем провожу время. Ребята, и когда брейк! Я тебя сейчас... Игорь, перестань! Вот, на, надо холодное приложить. Спасибо. И тебе прижечь твою голову. У меня где-то мазь есть, сожалею. Ладно, расслабься, все в порядке. Мы, взрослые мальчики, разберемся. Угу. Уже разобрались. Я бы, между прочим, тоже за такую женщину поборолся. Кроме шуток, я по делу приходил. У меня тут один проект любопытный, хотел тебя позвать. Но ты меня все зубы выбил, Илья Муромец. Ладно, я вижу, вот тут дурью маете. Сейчас не время. Завтра зайду. Давай. Нет, целоваться не будем, потому что у тебя муж Отелло. Да, Отелло Мавр Венецианской. Любил поесть, он и поспал. Ты тоже уходишь? Я не уйду. Ксюшка, я соскучился. Слышишь? Ксения была счастлива. К ней вернулся прежний Игорь. Нежный, добрый, заботливый. Такой, каким он был до начала его дружбы с Бакшеевым. Может, в кино вечером? Я тебя целую. Пойдем прогуляемся. Игорь, что ты молчишь? Что случилось? Я тут уже вещи собирался назад перевозить. Но вдруг, думаю, а надо ли? Ксюш, у вас с Максом точно ничего не было? Ты что? С чего вдруг? Понимаю. Опять Бакшеев. И что же он тебе наплел? Да рассказал кое-что. Ну ладно, все, давай, до вечера. Все, целую. Целую, пока, пока. С Ксюхой, что ли, помирился? Да. Слушай, я тут вчера чуть с катушек не съехал. Ну, помнишь, ты меня за документами домой отправил? Ну да. Приезжаю, а там наш друг Макс. Сидят, мило воркуют. Ну, в общем, ревность сыграла, и я набил ему морду. Я даже сам от себя не ожидал. Оказалось, просто приехал по делам. Ну да, по делам, с вином, с цветами. А ты откуда знаешь? Не хотел тебе говорить. Я вчера к Ксюше твоей заходил. Ну, хотел уговорить, чтобы она вернулась. Но я же вижу, как ты мучаешься. Зашел, поговорил, стою уже у лифта. И тут, смотрю, этот хмырь прется. С цветами, с вином. Прямо к твоей Ксюхе. А, значит, ты меня поэтому за документами отправил? Ну, ты бы мне на слово не поверил. Да нет, они просто пили вино, разговаривали. Ну да, куда им спешить? Вся ночь впереди. Ты сам подумай. Ну какие могут быть дела между мужчиной и женщиной вечером, в отсутствии мужа? Ксения была недовольна дружбой мужа Игоря с начальником. Ее возмущали хамство и приставание Бакшеева. Новость о покупке мужем коттеджа по соседству с ним шокировала Ксению. Она отказалась переезжать вместе с Игорем. Ксения тяжело переживала разрыв с мужем и была рада приходу друга юности Максима. В тот же вечер домой приехал Игорь. Он решил, что Ксения изменяет ему, и подрался с Максимом. Ксении удалось убедить мужа, что он ошибся, и супруги помирились. Однако Бакшеев попытался внести разлад в их отношения. Нет. Ксюха любит меня. Я это чувствовал сегодня ночью. Да другое она в тебе любит. Она уже настроилась на это дело, а тут ты пришел, любовничка спугнул. Да нет, я же говорю, она не такая. Да все они такие. Да она и мне глазки строила. Ха, она вообще говорила, что тебя терпеть не может. Ну так, а что она должна говорить? Да если бы ты видел, когда вчера пришел, как она мне недвусмысленно просила завтра зайти. Шкаф, мол, передвинуть. Я новую жизнь начинаю. Я говорю, давай сейчас помогу передвинуть. Я на работу спешу. А нет, говорит, завтра заезжай, я буду ждать. Это правда? Хочешь, сам не спроси. Но я думаю, она будет все отрицать. Да еще лучше, я думаю, скажет, что я сам к ней приставил. Она уже жаловалась. Ну, вот видишь, пожаловалась, отвела подозрения. Так что ты подумай как следует, прежде чем возвращаться к ней. Ну, что ты на это скажешь? А ты веришь всему, что говорит Бакшеев? А почему я не должен верить? Мы с тобой только поссорились, а у тебя уже мужик в доме. Да что ты мелешь? Из чего вдруг? А он сказал тебе, что приезжал нас помирить, да? Да. Да. И это настоящий мужской поступок. Ты, кстати, не сказала, что он к тебе приезжал. Да. Он мне предлагал своей любовницей стать. Вот только не надо врать. Он мужик с принципами. Для него жена друга – это святое. Значит, я вру. Ты глаза-то свои открыл. Да уже открыл. Вы с Максом мне их уже открыли. Черт, как вы меня развели-то. Этот друг семьи все-таки разрушил наш с Игорем брак. Надо было сразу избегать общения с ним. И мужа всячески отвадить. Я теперь не знаю, что делать. Я не знаю, как вернуть мужа и как заставить его поверить мне, а не Бакшееву. Вы все время жалуетесь на то, что Бакшеев манипулирует вашим мужем. Но сами сейчас собираетесь сделать то же самое. Вы хотите заставить, отвадить. То есть вы хотите, чтобы муж вел себя так, как нужно вам. Я пыталась сделать так, как хочет он, но что из этого вышло? Я думала, мы доверяем друг другу. Выходит, наш брак был ошибкой. Моей ошибкой. Не зря говорят, что семейное счастье целиком и полностью зависит от женщины. Разве? А, по-моему, это зависит от обоих. И не нужно винить кого-то одного. Ксения решила еще раз поговорить с мужем, но его телефон молчал. Она поехала к нему на работу. Ксюш, подожди. Где Игорь? Да будет он после 3. Ну, на загородном объекте. Хорошо. А что такое? Бросил тебя муженек туда? Хватит, Бакшеев, я знаю, кто постарался. Да погоди ты, ну если бы ты была позговорчива, все было бы окей. Я не понимаю, что ты в нем вообще нашла? Да Игорь, ты размазня. Завтра его с работы уволю. Что он будет делать? Игорь талантливый архитектор, а ты сволочь и хам. Да ты что? Что ж он такой талантливый? В нищете сидел, а? Пока его не подобрала. Да Игорь, то есть всегда под кем-то будет. Тебе мужик такой, как я, нужен. Я сам себя на уме. Я сам себе хозяин. Выходи за меня замуж, а? Я с Ленкой разведусь. Чего ты упендришь, ну? Подлец! А, Игорек, здорово. Как делишки? Все нормально? Какая же ты сволочь, Бакшеев. Чего ты? Игорь. Пошли вон! Оба пошли вон, идиоты! Уроды! Пошли! Идиотская семейка! Фу. Ну вот, теперь все как прежде. Мы на нашем месте и вместе. Знаешь, я так боялся потерять эту работу. А вот потерял и чувствую себя счастливым и свободным. И ты рядом. Алло. Я слышал, Игорь ушел от этого пещерного человека. А ты откуда знаешь? Разведка донесла. Я на правах старого друга хочу сделать ему предложение. Я думаю, что он готов к сотрудничеству. Алло, Макс? Ку-ку. Ты как нас нашел? Привет. Я же знаю, что это ваше место. Игорь, возьмешься за новый проект? Будете с Ксенией вместе работать. Приступать можно хоть завтра. Знаешь, Макс, давай через недельку. Или через две. Я что-то за это время соскучился по своей Ксении. Да и по себе тоже прежнему. Можно ли человеку доказать, что его друг на самом деле не друг? Иначе говоря, открыть глаза на истинное положение вещей. Конечно, можно. Только человек должен этого сам захотеть. Вот и героиня нашей истории Ксения безуспешно билась с начальником мужа и с мужем, отстаивая право их семьи жить по-своему. Только борьба была бесполезной до тех пор, пока Ксения не определилась сама. Жить с Игорем, не пытаясь изменить его, или жить так, как хочет она. И именно это помогло Ксении и Игорю увидеть, что в их жизни самое главное.